закончим летсплей. Да, это жалко. Да. Кстати, а чё я раньше-то не накопал обсидиана? Может, потому что я ленивый? Ладно. Нет, я не ленивый, я вообще мэн такой. Погодите, сколько надо обсидиана, чтобы портал строить? Давно его не строил. Ладно, соберем чем больше, тем лучше, так что штук так 11, наверное, хватит. Ну, мне кажется, хватит, да, 11 штук. Сегодня, кстати, прикиньте, ребята, короче, с другом гуляли, у меня капец, сейчас просто ноги так ноют. Мы прошли 5 километров, это капец. Ноги просто разрывает в клочья, причем серьезно, очень сильно болят. Но сейчас не до этого. Вот все, 11 обсидиана. ТПшимся, блин. Я забыл. Ладно, все, включил. Лал. Блин. Я не помню нифига. Ладно. Кстати, эту пещеру я, как говорил, без съемок нашел. Давайте убавим еще маленько. Ну, вот так, нормик, да, мне кажется, нормально будет. Не знаю, давайте не только не тут, прошу. Давайте только не тут строить портал. Это самое, наверное, убогое теперь место, где я вообще либо играл. Нет, ну хотя есть и убогие места. Кстати, нам надо скелетов поубивать. Вот он. Вот он портал. После него заканчиваются все летсплеи. Вы готовы, ребята? Погодите. Блин. Забыл, извиняюсь, ребята. Вот я олень, у меня же был обсидиан. Тихо. Меня подлагнуло. Ой, что такие лаги-то, не понимаю. Из-за чего? С чем это вообще связано? Да пошел ты нафиг. Да, он дерись скелетом. Вообще, мэн. Ой, нет, на кого я посмотрел? Мне, короче, это надоело. Да иди ты ж нафиг от меня, прошу тебя, умоляю. Блин. Давай, все. Ну все, ты сам, чувак, нарвался. Да иди ты. Так, зачем я курятин-то убил? Иди сюда. Иди сюда, ты не ты, иди сюда. Ла-ла-ла, нет. Есть маркер, все нормально. Все спокойно. Эх, ты гнида ты, а это что такое-то? Иди сюда. Как же ты меня задолбал, ты. Ну все, чувак, я всех твоих дружков убью. Вот да. Да, вот так, вот, молодец, все нафиг. Все, больше ты меня не будешь доставать. Все, вот так тебе, сдохни. Я еще на хардкоре не играю, но такое ощущение, как будто уже играю. Это просто капец, а. Капец, ладно. Так, все, короче, там сундук по-любому ставим, мне это надоело. Я всегда забываю, какая из них куда-то пышется. Блин, а у меня же гравия нет, где гравия буду? Ладно, найду. Это что за звуки были? Что это были? Опа, гравий.
ВДВ, сегодня же день ВДВ, 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 ВДВ. Конечно, нет, зачем тебе зажигалка-то? Ладно, где-то два блока. А, так у меня вин... Вон они есть, я их... Слепошара, а. Нифига не увидел, ладно. Чё-то... Чё-то тут не так. Что-то вот прямо... Чувствую, что прямо что-то не так. 1-1-1-1-1-1 ровно. Е, молодец, красавчик вообще. Е, вообще респект, уважуха. А где железо? Вообще просто мэн такой. Ломай быстрее, е. Давай, вот давай, иди сюда. Чудо, понял, да? Как ко мне лезть? Я думаю, сейчас там чувак меня этот убьет опять. О, да, вот так и походу и закончится наш летсплей под названием «Я один». Да. Все заканчивается, ребята. Заканчивается, да? Да, заканчивается. Что же делать-то будем, а? Можешь начать новый? Как зажигалка делается? Вот он, великий этот момент. Я поджигаю. Я понимаю, что у меня нет костей. Блин, у меня ж нет костей. Ладно, пофиг на кости, потом их найдем. Погодите, у меня реально нету костей. Вот, блин, как же сейчас Шули-то не хватает, а? Он единственный болван, который убивал скелетов, при этом как-то выживал. Сюда все. Ну все, можем идти добывать там, не знаю. Ладно, возьмем еще меч. Мне кажется, он мне, нам понадобится с вами. Можем было еще чем взять, не знаю, только что. Хотя не, ладно, все, погнали, погнали. Нам всего-то там что добыть. То сильно-то и ничего и не надо. FPS, 59. Да. Прогрузись. Ой-ё. Чё, я прогрузился? Я падаю в параллельные измерения. Это что за херня? Ребята, у кого есть ведро? Ой, пута, швабра есть? Я навалил. Я вообще не знаю, как так вообще может заспавниться. Ладно, побольше этого добудем. Да ну вас нафиг, да ну вас нафиг. Вопросики, все нафиг, бежим, мне не нравится это уже место. Все, нет, не трогай меня, Гаст, я просто уйду спокойно и никого трогать не буду. Охренеть. Заспавнится так? Это что за херня? Ёлы-палы, что у меня полезло? Я надеюсь, это все видят, и я не наркоман. Что такое, ребята? Боже мой, давай теперь запущу мир. Это что за хрень? Боже мой. Что за наркомания? А? Походу, это сезон дольше, чем я думал. А?
Все. Прошу, прошу, ничего здесь не полезть на экран. Я надеюсь, это все видели, и меня там за какой-нибудь идиот не посчитают. Ого, нифига как не пробудилось. Ладно, теперь нам надо идти убивать скелетов. Ладно, давайте сначала поставим тотем. Так. Так, а где? Вот он, песок душ. Да, из костей. Так. ТП. А, я ж не включил заново. Ребята, смотрите, у меня один и тот же порт, походу. Да, порт один и тот же. Да, вроде. Вон, я вижу скелета. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А где он? А, он сверху. Разве он сверху? Сверху день. Походу где-то тут сдох скелет, да? Скажите, что это так? О боже мой, напугал меня. О, вон там зомби. Может там и скелет будет? О, кот. Во-во-во, два скелета целых. Давай, давай. О, одна кость. Вторая кость. Отлично. Нифига себе. Ладно, ладно, я тебе ничего не делал. С чего они сдыхают? Не понимаю. Ладно, все, не лезьте ко мне. Разойдемся мирно, я никого не трону. О нет, только не ты. А, скелет, скелет, скелет. О, отлично. Вообще просто малый. Вообще красавчик скелет. Может тут где-нибудь еще? Прошу, прошу, прошу. Нет. Нет, вряд ли. В пещеру только надо. Ладно, погнали в пещеру. Пошлите, пошлите в мою пещерку. Моя пещерка, портал, который нам не нужен, который самый страшный портал, который я видел. Давайте тут вот так лучше сделаем. И мне спокойнее будет, и всем, чтобы там монстр никакой не заспаунился. Скелеты, скелеты. Опа, скелет. Скелеты. 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 Офигенно. Красавчик, вообще скелет, респект. О, еще. Ты че, летучая мышь? Даже я летать научился. Кость, 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 кость. Там что-то упало. Нет, это стрелы. Все равно скелет. Вообще красавчик. Две кости не хватает. Буквально две кости. И всего. И всего-то. Всего-то, а? Всего-то. Ой, зачем я это взял? Всего-то все. Две кости не хватает. Как же так? Как же мне теперь жить, а? Вон там кто-то бегает. Кто это только? Давайте его сейчас догоним. Где он? Тут где-то. Ладно, типа это у меня галлюцинации, походу. Нет, вот тут он. Возможно, он где-то тут прячется от меня. А возможно, подо мной реально пещера. Или нет? Погодите, это крипер, а мне нужен вон тот вон. Он, сколько я помню, это скелет. Типа скелет, только из другого мода. Давайте. Давайте его откопаем и убьем. Чувак, ты где? Вот уже близко.
Он ходит еще там, нифига себе. Пещерка-то там. Он ходит. О, еще ближе вообще. Вообще там ходит. Там летучие мыши. А, вон там. Опа, вот ты где. Сейчас... Нет. Не... Опа. Опаньки, опаньки. На-на-на, хорошо живем. Хорошо. Живем. Вот тут где-то, да? Там у меня это на улице такой жестокий рэпчик вообще идет там. Ей, типа такой, ее, типа блатон такой на машине такой. И с рэпчиком, е-е. Так круто, типа крутой. Тут где-то скелет должен быть, но я его не вижу. А, вон там вообще скелетик. Эй, иди отсюда. Не так все. Меч поломался. Ладно, если надо будет, я кирку забью этого скелета. Опа. Вообще рядом. Вообще прямо чую его тут где-то. Видишь, лопата есть. Опа. Эндерман, не надо. Не надо меня злить. Скелет. Нет, нет, нет. О, все. Ту-ту-ту-ту-ту. И все, давайте, ребята, сделаем это. Мы сегодня должны были это сделать. И мы сделаем это. Как я вам и обещал. Настал тут, ребята, момент, который никто не хотел, но я это сделаю. Перед вами я делаю тотем Херабрима. Херабрина. Ввожу команду. Три. Хардкорный режим. Или погодите, или какая там? Как хардкор... Блин, я выгорел, даже не могу. Вроде как три. Блин, я не помню. Три же, да? Или минус. Ну-ка, сейчас подождите. Сейчас я на паузу и в интернете веду. Так, ребята, короче, разобрался. Я, короче, придурок. Я это понял. Я просто давно, никогда, точнее, не включал хардкорный режим. И вообще, короче, на двойку надо его было прописать. Вот он, двойка. Режим обновлен. Режим приключений, если что. Сейчас я вызываю Херабрина. И... Ну и вздыхаю. Ударяет, короче, молния, как и должно быть. Давайте я даже в пещере останусь, буду ждать. Кстати, если ждать возле памятника самого Херабрина, он больше вас будет бить вообще. Хотя, если когда двигаешься, он тоже нападает. Я это замечал много раз. В каком бы вы режиме не были. Блин, мне надо, чтобы меня именно Херабрин, потому что я же сказал то, что я меня именно Херабрин, а не кто-то именно Херабрин. Ну или предшественники Херабрин, или как их называют. Тут зомби заспаунился. Чувак, я хожу прямо возле твоего тотема, и ты не хочешь меня убить?
Ну давай, смотри, вот я смотрю на тебя. Ой, ёлы-палы. Только не говорите, что в этом режиме он не работает. Чё? У него стали белые глаза. Какой же ты олень, а как же я тебя ненавижу? Почему у тебя белые глаза? Какого черта? Ладно, ладно, окей, я тебя еще раз подожгу. Господи, с каждым разом я все больше и больше этого пугаюсь, когда молния ударяет. Во, наконец-то, наконец-то, я тебя, чувак, ждал, я ждал это всю свою жизнь, давай, иди сюда, давай, сразимся. Ну, ты где? Честно, я ждал чего-то большего, чем вот это вот, хотя, может быть, он и на поверхности больше меня будет убивать, чем тут. Только у тебя, чтоб не белые глаза стали, прошу тебя. Ладно, ради тебя, вот чисто. Вот все, я с собой стал, так что давай. Меня так легче убить, чувак. Что за хрень? Может быть, из-за того, что я мечом нажал на него? Да ну, это никогда не было такого. Серьезно. И мод у меня не багнутый. Мод у меня вот точно вот не багнутый, потому что я как бы сколько раз это проверял, и он работал, но в хардкоре, может быть, из-за того, что не работает. Потому что сами представьте, это и так сложный режим. Опа, у меня зарядка кончилась. И вот, все. Охренеть. Ладно, сейчас я остановлю, чтобы зарядку сделать. Ребята, я честно не знаю, что с этим модом, но ладно, сейчас я сделаю то, что я реально, короче, сам себя убью. Но мне все равно, бля, жалко то, что это не сработало. Извиняюсь, я не знаю, возможно, это на официальном сайте где-то сказано то, что в режиме хардкора херобрин не работает. Хотя это вряд ли. Блин, Опа, извини. Извини, херобрин, я не хотел тебя разозлить. Чё я говорю? Конечно, хотел. Эх, чувак, я тебя ожидал большего в 10 раз. Я не знаю, возможно, его нельзя спамнить в пещере. Возможно, еще что-то. Возможно, он такой индюк, который вообще ничего не хочет делать. Ну, я жду тебя. Даже скелет, кто может, наверное, меня убить? Вот. Наконец-то. Давай, ну. Где ты? Давай, иди сюда. Ты меня сейчас затащишь в пару ударов. Ну. О, все, это надолго. Я ожидал и большего. Ну вот, давай. Один хп. Один хп, давай. Который
Так я говорил, с ним просто бессмысленно драться, как бы это и не было, хоть он сейчас нифига не делает. Он силен, так или иначе. Возможно, все-таки это из-за того, что я в пещере нахожусь, он тут ничего не делает. Возможно, из-за чего-то другого. Не знаю. Возможно, из-за того, что я переключил режим на хардкор. И он отупел и не нападает на меня. Я не знаю, но вы сами видите, в новый режим это. Вот, наконец-то, вот эти свиньи, наконец-то, чувак, давай, идите сюда. Есть. Хоть не он меня убил, но все-таки там, как бы, укошенный предшественник. Не понял. 5 сек. Почему режим не удалился, я не понимаю, что я неправильно в этот раз сделал. О, ёлы-палы, эта игра все больше и больше меня доканывает. Сейчас проверим. Я вот перед вами. Все, включил порты. Ввожу двоечку. Погодите, давайте нолик это выживание. А, да, единичка творческий и двойка приключения. Режим, ваш режим обновлен. Сейчас я тпшусь опять к нему. Вот я. Иди отсюда. Я хочу, чтобы лично он меня убил, а не кто-то. И почему у него опять глаза побелели? Ладно, давайте хотя бы вы меня убейте. Все равно как-то интересно, то, что у него глаза белеют, это очень странно. Возвратиться. Почему я возвращаюсь? По идее, все, вот я сейчас должна была эта игра удалиться, и все, я нажал возродиться, игра, короче, удаляется, и все. Мира тоже удаляется, я не знаю, с чем это. То, о, вон, херобрин был, кто видел, лайк. Ладно, ребят, этот сезон подошел к концу, и надеюсь, вам понравилось, но это все равно как-то странно, то, что и режим не обновляется, самое прикольное, и херобрин багнутый. Кстати, я с ним могу ломать. Это после того, как я поставил херобрину статую. Ладно. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось. Ой, ё, какие жуткие баги-то из-за него. Вон, видите? Стоит там, похуй, с киркой или с чем. Ладно, подписывайтесь. С вами был опять я, Шмель. Всем, короче, плюшек, шмелят вам. И всем пока-пока. Пока, ребята.